Работает информационная служба канала RTVI. В студии Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. Взаимные обвинения. Трагедия в небе над Донбассом разделила мир на два лагеря. Официальный Киев и большинство западных стран уверены, что трагедии не случилось бы, если бы не российская поддержка ополченцев. А Москва, в свою очередь, винит во всем украинское правительство, продолжающее боевые действия. Западная пресса заговорила о возможности еще более жестких санкций против России. Не на Шамуге, а о последствиях крушения малазийского Боинга. Минута молчания. В ООН почтили память жертв крушения Боинга 777. Эмоции здесь не скрывают. Примерно треть пассажиров рокового рейса Амстердам-Куала-Лумпур – это ученые и медики, направлявшиеся на международную конференцию по борьбе со СПИДом. В разбившемся под Донецком лайнере летел и пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Глен Томас. «Мы будем всегда помнить Глена и скучать. Как сказала его сестра, он погиб, делая то, что он любил. Глен летел на конференцию в Куала-Лумпур. Да, форум состоится и жизнь продолжается, но гибель людей – это ужасная трагедия, которая оставляет нас опустошенными». Чувство утраты разделяют семьи 298 человек, находившихся на борту малазийского «Боинга». Этим людям трудно понять, почему их родственники и близкие оказались жертвами конфликта, который находится за тысячи километров от их домов. Многие еще вчера вряд ли показали бы на карте, где находится Донецкая область. Сегодня о кровавом противостоянии на Украине, длящемся месяцы, заговорили практически все. Вывод один. Надо положить конец этому безумию и наказать виновных. «Это одна из самых страшных авиакатастроф в истории Нидерландов. Мы пребываем в глубоком шоке. Наши мысли сейчас с родственниками погибших. Мы разделяем и сочувствуем их горю. Родные погибших голландцев и представителей всех других стран имеют право знать о том, что произошло. Я скажу словами моего австралийского коллеги. Если расследование установит, что авиакатастрофа была преднамеренной и руку приложили террористы, они понесут за это заслуженное наказание. Но пока надо установить все факты». К предельно объективному расследованию инцидента в небе над Донбассом призывают и российские власти. На соучастии Москвы в крушении «Боинга» настаивают в Киеве. Украинские власти заявляют, что малазийский лайнер был сбит террористами на Донбассе с помощью российской системы «БУК». «Мы будем настаивать на предельно объективном, предельно открытом, независимом расследовании. Будем готовы внести свой вклад, но, разумеется, считаем, что инициативу должны предпринимать власти той страны, на территории которой эта трагедия произошла. Насчет заявлений, которые из Киева звучат, о том, что чуть ли не мы это сами вообще сделали, знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал». Последнее заявление из Киева, сделанное главой МВД Арсеном Аваковым, звучит так. Преступники пытаются скрыть следы этого чудовищного преступления. Не удастся. СБУ и МВД Украины собрали уже и собирают все больше неопровержимых фактов и доказательств, указывающих авторов этой трагедии из террористической организации ДНР-ЛНР и ее российских путинских покровителей. Доказательства готовы предоставить и в Москве. Минобороны России засекло работу РЛС украинских БУКов перед крушением «Боинг-777». По данным ведомства, маршрут самолета и место его падения попадают в зону поражения двух украинских батарей зенитно-ракетного комплекса большой дальности и трех батарей ЗРК средней дальности «БУК-М1». В дипломатическую перепалку России и Украины вмешались США. Расследование инцидента и установление истины важнее. Вашингтон потребовал от обеих сторон конфликта на Украине прекратить боевые действия, чтобы к обломкам упавшего самолета могли получить доступ эксперты. В свою очередь, эксперты в области политики делают ставки. Станет ли «Боинг-777» Францем Фердинандом 21 века? Нина Шамуге, RTVI. Израиль продолжает наземную антитеррористическую операцию в секторе Газы. Пока о вторжении в густонаселенные районы палестинского анклава речи не идет. Но власти еврейского государства не исключают расширение масштабов операции «Нерушимая скала». Главная цель Цахал – уничтожить тоннели, которые боевики группировки «Хамас» используют для проникновения из сектора Газы на территорию Израиля. В ходе рейдов погибли и получили ранения десятки человек. Потери есть и среди израильских военных. Погиб сержант Эйтан Барак. На фоне продолжающейся операции не прекращаются и обстрелы территории еврейского государства со стороны палестинских террористов.
Госсекретарь США Джон Керри призвал израильские власти воздержаться от насилия. Вместе с тем он все же подчеркнул, что еврейское государство имеет право на самооборону. Предшественница Керри на посту главы Госдепа Хиллари Клинтон считает примерно так же. Экс-госсекретарь и, возможно, кандидат в президенты Соединенных Штатов подчеркивает, когда Египет предложил план перемирия, Израиль тут же ответил согласием, но в секторе Газы отказались от мира. По словам Клинтон, группировка Хамас должна почувствовать, что она изолирована. У группировки Хамас с одной стороны Египет с президентом Ассиси, а с другой Израиль. Возможно, террористическое движение считает, что ему нечего терять, но надо его убедить любыми средствами в том, что в действительности ему есть что терять. О праве Израиля на самооборону заявил и новый министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд. Вместе с тем, ныне главный дипломат Соединенного Королевства, ранее занимавший пост министра обороны, подчеркнул, власти еврейского государства должны минимизировать жертвы среди мирного населения сектора Газы. Израиль имеет право на самооборону. Сегодня эти слова звучали и в Берлине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все стороны конфликта должны пойти на компромиссы, даже если они являются болезненными. Но при этом она подчеркнула, Германия стоит рядом с Израилем в вопросе права на самозащиту. По словам бундесканцлерины, Берлин и впредь будет поддерживать это право. Думаю, всем должно быть ясно, Израиль имеет право на самооборону, которая, конечно, всегда должна быть адекватной. Но сейчас у группировки Хамас есть оружие более высокого качества. Теперь их ракеты способны достигать таких израильских городов, как Иерусалим и Тель-Авив. Каждая страна, которая подвергается нападению, и это очевидно, должна защищать себя. И на этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.